Подписание контрактов с российскими импортерами позволит восстановить на луганской фабрике Glory Jeans до 80% рабочих мест от довоенного уровня. Об этом сегодня во время визита на предприятии сообщил глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий. После семимесячного простоя, благодаря новым контрактам с Российской Федерацией, в феврале луганскую фабрику ПАО «Gloria Jeans» удалось запустить. Главным импортером выпускаемой продукции стала Ростовская область. В перспективе мы сможем восстановить до 80% сотрудников, которые были. Как видите, перспективы очень большие и хорошие, отметил Плотницкий. При этом глава республики сообщил, что сейчас уже на своих рабочих местах трудится около 25% рабочих. Директор правильно понимает весь процесс. Будет плавный рост в зависимости от тех заказов, что будут поступать из России, уверен Плотницкий. По словам гендиректора фабрики Натальи Донченко, в марте предприятием было выпущено 75 тысяч изделий, а в марте планируется выпустить уже 250 тысяч. С каждым месяцем объемы будут только расти, заверила она. Возобновление производства позволит в марте создать дополнительно от 500 до 600 рабочих мест, уточнила гендиректор.